обычно. Белка — это сквирл. Белка — это сквирл? Сквирл, да. А мангус — это у нас земляная. Это мангус, скорее всего. Земляная какая-то крыса, скорее всего. То есть копали этим великом. Да, копали этим великом землю. Такой вот маленький, прикольный, дорогой велосипед. Сейчас будем все это вычищать, настраивать. Тормоза, передачи. Смотрите, какой достаточно древний, да, переключатель. Закончили мы с этой белкой. Оказалось, что здесь вот сломан переключатель задний. Эта вот лапка, она вот в этом месте оторвана. Поэтому поставили другой переклюк. И внезапной неожиданностью оказалось, что у нас монетка на 7, а сзади 6 звездочек, и это все работает достаточно хорошо. Вот. Звезда была очень сильно кривая, очень большая она по размеру, и ребенку неудобно. Он катается здесь на большой и здесь на большой. И из-за того, что длина каретки была очень здоровая, то есть минус инженера Мангуса, они линию цепи вывели на самую маленькую звезду, на самую скоростную, а должны были вывести хотя бы на середину кассеты. Была здесь 116-я каретка, мы поставили 110-ю. Подвинули как можно ближе звезду к раме, и теперь она не будет спадать с большой звезды. Поменяли цепь, поменяли переклюк, все настроили, и теперь у нас даже вот семерка работает с 6-скоростной звездочкой, я удивлен. Так что вот такой ремонт необычный.